все, кто еще не купил, но хочет купить эти марки, завтра, послезавтра откроется интернет-магазин у Укрпочты. И эти марки будут представлены в большом количестве, порядка 150 тысяч листов. Поэтому все желающие, кто не купил, могут купить по интернету такие вот наши вот красивые марки и получить. Мы либо доставим по адресу, либо придут они сюда на главпочтамт, и человек сможет приехать их выкупить. А ажиотаж, который на тираж марки с миллионом, он еще пошел из-за границы, потому что все иностранные партнеры и наших структур, мэрии, облсовета, военно-цивильной администрации, все хотят получить этот сувенир. В качестве возможных вариантов сейчас мы прорабатываем и вместе и с городскими властями, и областными властями, вот такой вот планируется дарить вот как сувенирный макет. Сувенирная вот будет специальная рамочка, где будет поклеена эта рамка. Это будет очень хороший подарок, и можно повесить и на стенку, и подарить нашим иностранным партнерам. Мы допускаем также еще дополнительно вот такой вот конверт, который тоже очень тематический, потому что марка, она предназначена для того, чтобы клеить на конверт. И это будет тоже очень дополнительно хорошо. После того, как мы эту марку распродадим, мы сегодня уже рассматриваем, как Укрпочта, выпуск следующей марки по этой тематике. Понятное дело, что она уже будет без корабля. Что будет именно изображено на макете марки, я вам еще не скажу, потому что сейчас последние штрихи уже дорабатываются, регистрируются авторские права, но однозначно будет эта серия, и однозначно она будет востребована.